Геннадий Бессонов, наш земля, входил в состав сборной Советского Союза по легкой атлетике. В 72-м участник 20-х Олимпийских игр, в 74-м чемпион Советского Союза в тройном прыжке. Он тренировался на этом поле, а сегодня, спустя десятилетия, здесь играют молодежные команды Щелково. На поле физкультурно-спортивного комплекса «Мальцево», которому год назад присвоили имя Геннадия Бессонова, вышли 10 любительских команд из Образцова, Краснознаменского, Щелково, микрорайона Бахчеванжи. Около 100 молодых ребят мотивировал на участие в турнире учитель физкультуры Краснознаменской школы Юрий Данилов. Задача была, во-первых, собрать ребят, которые любят футбол, играют в футбол, но которые профессиональными не занимаются, чтобы поколения последующие помнили и знали, что рядом с ними жил такой великий спортсмен. И чтобы равнялись на него, пытались куда-то попасть. Может быть, из этих вот дворовых ребят кто-то попадет тоже в сборную страны. Уже чувствуется дух соревнований. Хотим победить во всех матчах. И уже победили первый матч. Настроены на дальнейшую победу. Сегодня взять кубок. За кубки ребятам пришлось попотеть. Юные спортсмены играли с полной отдачей для себя и своего удовольствия. Команды «Штурма» и «Старые пираты» по числу голов – бронзовые и серебряные призеры. Главный трофей увезли игроки «Торпедо Френдс». Вот оно, будущее подмосковной сборной. Выросли здесь, непосредственно на этом поле, на маленьком. А соревнования проводились на большом поле, участвовали в районных первенствах. Человек дал нам базу футбольную, то есть приходили вот такими ребятами, глотали пыль, играли друг против друга. Дышим этим духом, который остался после него здесь, на этом замечательном месте. Игроки постарше помнят своего наставника Геннадия Бессонова. Он всегда подсказывал такие мелочи, как остановить мяч, как открываться, пас отдавать. Все с веселой улыбкой, с приколами со своими. Умел заражать футболом. Много команд было постоянно здесь. Это было только одно удовольствие играть. В этом году турнир Бессонова отмечен премией губернатора Московской области «Наше Подмосковье» как один из массовых футбольных поединков в Щелкове. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».